что-нибудь есть рядом, помимо воды? Дикси и вода. Дикси и все? Дикси, вода и цирк. Посмотрите, пожалуйста, либо надпись какую-нибудь, либо номер дома, либо хоть что-нибудь. Да там, слышишь, выкинули раз на два. Дорогие друзья, компания City Park запускает уникальную акцию. Они предлагают абсолютно новые автомобили под выкуп для работы в Москве и Санкт-Петербурге. Выкуп по цене аренды. Очень много новых авто. Они полностью укомплектованы и готовы к работе. Ждут только тебя. Вы получаете 4 года работы без комиссии, если работаете через Ситимобил. То есть никакой комиссии заказа на все время выкупа. Также вы можете работать и в Яндекс.Такси. И причем в абсолютно любом парке. Никакой привязки ни к агрегатору, ни к парку. Работайте там, где вам выгоднее. Также вы получаете 4 года бесплатного каска и обслуживания у официального дилера. И, кстати, приятным бонусом будет каждый 7-й день выкупа также абсолютно бесплатно. Также дополнительно получаешь 2 комплекта колес на зиму и на лето. Вы можете получить автомобиль с абсолютно любой кредитной историей в день обращения, буквально в течение 15 минут. Автомобиль может получить водитель с любым гражданством и водительским удостоверением Российской Федерации, Белоруссии, Киргизии и Казахстана. В наличии такие автомобили, как знаменитый Haval Julion, Haval M6, Москвич 3 и Эволют iPro. Также у компании сейчас действует акция. При внесении единовременного депозита в 20 тысяч, 30 компания вам дарит абсолютно бесплатно. Торопись и успей взять машину под выкуп на самых выгодных условиях. Подробную информацию можете уточнить по телефону, который видите на экране, а также продублировано в описании и в закрепленном комментарии. Алло. Здравствуйте, вы не можете подъехать к магазину Дикси? Чего, блядь? А где находится магазин Дикси? Сейчас, секунду. Вы заказали неправильно, да, или что? Я ошибся. Ну вот Садовая 37 у вас, а вам куда нужно? Мне нужно в отель Гоголь. Понятно. Вы сейчас где находитесь? В пи***. Я нахожусь около магазина Дикси. Адрес мне можете назвать? Да, сейчас, секунду. Давай, выходи за лупа. Это тебя 5 дней плыл на теплоходе. Сейчас, секунду, а вы видите церковь какую-то? Нет, церковь никакую не вижу. Так вы на доме, на любом посмотрите, просто адрес. Не написано, просто дом не написано. Вода есть рядом? Да, есть. Рядом вода, правильно? Да. Рядом вода, правильно? Да. Рядом вода, правильно? Да. Сейчас, я, наверное, понял, где вы. Вы, скорее всего, на Гревцова, да, вы, скорее всего? Я не знаю. Что-нибудь есть рядом, помимо воды? Дикси и вода и все? Дикси, вода и цирк. Посмотрите, пожалуйста, либо надпись какую-нибудь, либо номер дома, либо хоть что-нибудь. Да, сейчас, хорошо. Я не подскажу, какой номер дома здесь? Не знаю. Ни на одном доме нету улицы, что ли, не написано? Набережная реки Канал, дом 32. Это вообще очень далеко. Ну стойте, ждите, сейчас подъеду. Все, давайте. Как можно заказать? Вот, ребят, чтобы вы понимали, да, вот он заказал Садовая 37 до Грибоедова. То есть тут ехать буквально 500 метров. А с Фонтанки ехать хрен знает сколько. Он сядет, я попрошу его поменять адрес, чтобы включился счетчик. И мы поедем. Это проблема, вот так перепутать. Я не знаю, как так можно перепутать, конечно. Я не знаю, как так можно перепутать. У меня даже вот нету мыслей. Ну и голос, слышите, у него какой-то такой. Ладно, там с Кэфом поедем. Поедем по счетчику, потому что ценник у него тут будет минимальный, так как он перепутал адрес. Ну что, ребята, шоу начинается. Ура! Неадекватный какой-то мужик, который перепутал в 3 километра. Пальцами не так тыкал, блин. А, вон он стоит. Вроде даже не шатается. Опа! Снимаем, подъедем к нему, поговорим. Да стой ты уже, блин, куда ты пошел? Здрасте, вы прямо как-то очень. Дайте вам в приложении, надо поменять адрес будет. В смысле? Зайдите в приложение, только дверь закройте. Сейчас.
Мы заказали вообще прям рядом оттуда 500 метров заказ, а стоит, видите, в другой стороне. Просто дальше зайдите в приложение, просто поменяем. Ну, привезем из туда Грибоедова 69, правильно? Вам ехать куда? Гоголь это ресторан или что такое, да? Отель. Ну, я говорю, Грибоедова 69 на набережной. Маршрут перестроен. Вы заказали от метро Сенная. От метро Сенная заказали вот туда, там, 500 метров до этого, до ресторана. Ну, не до ресторана, до отеля. Бывает такое. Где он? Ну, а, вот, да? Этот? Вот, Гоголь отель. Все, пожалуйста. Все. Не теряйтесь больше. Все нормально. До свидания. Ну вот, мы спасли еще одну потеряшечку. 408 рублей. Молодцы. Я напоминаю, что я открыл свой парк Пилот Такси и подключаю Яндекс Такси и Ситимобил по всей России. Хочешь работать на самых выгодных условиях, с хорошей, нормальной поддержкой, с нормальным отношением к водителям и с низкой комиссией, всего 50 рублей в сутки, либо 1% заказа, звони или пиши по номеру, который ты видишь на экране, и подключайся в лучший парк. И не забудь указать промокод КАЗАХ89, чтобы подключиться на самых выгодных условиях. Покупки смен, заправки с таксометра, моментально выплаты даже с Яндекс.Про соответственно присутствуют. Так что не теряй время, подключайся, всех жду. Слышь, братан, у меня лето вообще. Я вижу. Слышь, братишка, а включи нам музычку, чтобы мы кайфовали, короче. Сейчас что-нибудь рубанем. Давай, есть что-нибудь такое, Рэм-Дига, Геопика, нам видно. Вот как-то так, но никак иначе. Нет, уж такого точно нет. Не, ну, это единственная женщина, которая пытается меня держать в руках. Не получается. Рано или поздно получится. Красавчик, братан. Нифига не получится. Ага, поверил. Некрасиво мы поступили, мы его спасли. Ты понимаешь, что у нас сегодня найдут? За ними ведется тотальная слежка. Если найдут, ты знаешь, мне будет. Ну, что, полез ко мне? Тебе не полез, как у меня тут. Со сдачей, без сдачи будет. Братан, мы просто за поцелуй можно? А сколько? Я хуй знаю. За поцелуй не работает. А сколько там поездка? 470. Дайте мне пиво, пожалуйста. Давай, только аккуратно. Вот. За 470. Братан, я не пролил, я такой, я меченый. 500 рублей будет сдача? Да, конечно. Я Ладно. Зато у тебя крестик на кепке. Ты на вкус. Ты уже дала? Ты красава. Не, еще не дали. Говорит, мы еще не доехали, но мы хороним всех подряд, да? Если надо. Да, ну я убираю потом. Смешно вам, да? Да. Братан, а сделай погромче, пожалуйста, мы музыку слушали, людей радовали. Че нашел? Милан. Открывается окно сзади, да? Да, там кнопочка есть. Если он вылетит, я не виноват. Там не кнопочка, там без слов. Я тебя вылечу потом с такси. Понял, оставь, да. Оставь человека будет в покое, пожалуйста. Вот именно, да. Вот с тобой человек, который я могу сейчас злиться, это вот его девушка. Я очень на нее зла. Да, я тоже. Не обращай себе внимания. Это уже их забывалось. Только дома тихо себя, пожалуйста, у нас малая спит. Братан, слышишь, выйдем раз на два. Это две тёлки вы***ся что-то, блин, это, короче. Это вы***ся, да, я пешком нахуй домой. Я не собираюсь вообще. Домой? Да. Братан, воткни музыку на всю, пожалуйста, чтобы мы слушали, радовались, танцевали. Сетка, я влюблён, эй, покажи мне всю себя. Тихо, да не вновь. Девочка тихо, значит, он был ошибкой, твоей ошибкой. Сдачи уже не надо. А я уже отдал. Уже? Я на скалу пятихатку. Есть два, типа люди, другие никогда не оставят меня. Стоящие за солью, внутри не разорвет, между ними ее нет. Пожинайте, пожалуйста, за горизонт. Ну а что, если каждому нужно знать? Можно, пожалуйста, помочь? Не двигайтесь. Вроде бы за***ну какая-то. Ну а-а-а!
У тебя 15 секунд, дави. 3 секунды. Струю дави, дави струю. Сейчас побежит, брат, все, поехали. Давай речи, блядь. Ну, с нами весело, простите, пожалуйста. Да, нормально, залетай, блядь. Все, братан, от души. Ты не разорвешь между ними юлепсия. Первые цитаты походу в туалет, но вторые давай плевать траву, им не удержать мочу. Ну и вот тут тормозите. Спасибо вам большое, поменьше гайцов на дороге и дай бог поменьше таких ебаных вам в машине, бля. Ты же, братик, от души себя. Хорошего тебе настроения. Лучшего, чтобы ты радовался. Лучше уже не будет, да. Да, чем мы. Чем вы, конечно. Хорошо. Все, давай, удачи.